слыша эти композиции, невольно хочется подпевать, ведь звучат те самые до боли родные песни, на которых выросло не одно поколение. Неудивительно, что в преддверии Дня защитника Отечества музыканты порадовали слушателей именно легендами русского рока. Кино, Ария, Сплин, Агата Кристи, Аквариум и даже группа, которую мало кто ожидал услышать в стенах филармонии – «Сектор Газа». Программу можно назвать одновременно и вдохновляющей, и одновременно патриотичной, потому что в ней звучат произведения отечественного, русского, советского рок-репертуара.